Добрый день. Мы тут поесть немного решили немножко. Так, чуть-чуть слегка доесть эту курицу, чтобы глаза не мозолило. Немного надо. Прям вообще. Кто там приехал? Погляди-ка. Сабрина, посиди. А вдруг к нам? Опять проверка. Я же вроде всех выпроводила уже. Вот такие вот дела. Шла! Спасибо. На здоровье, Зарина. Очень вкусно. Почистила какашки в этом, в конюшне. Ты что там над ней издеваешься? Он обещал, что когда я поем, мы пойдем вместе с Дуковогой, когда она обманула. Бубку-боб? В что играть-то? Дуковогу. Что это такое? Это игра такая. А где играть-то в ней? В телефоне, что ли? А как вы на одном телефоне будете вдвоем играть? У нее на телефоне есть такая дуковуха. А, и там соединяться можно? У нее на планшете есть дуковуха. Я вообще в этом не понимаю. Ты что? Вообще в этом я ничего не понимаю. Блин, вкусно. С хреновиной. Там же есть зарядка. Мама. Вот это там много зарядки. Вот сколько. Я учусь есть культурно. Я там в ТикТоке на Журунов тоже. Мама. На Журунов тоже смотрю. И учусь. Потому что им не пишут, что они едят как свиньи. Я буду так же есть. Сексуально. Сейчас. Так, ребенок. Тебе вчерашнего не хватило еще шугера? А? Блестки хаус, нижнее подчеркивание, оно ему с блестки. Блестки. Это система водки. Я не знаю, что у нее там пикает. Она вилку тащила. О, дура. Слабонервных не смотреть. Я еще муха по телефону ползает. Зараза. Что вы этого не видите? Да? Проползаешь все-таки через камеру?
Наглая зараза. Я никак ее увести не могу. Эту заразу. Не, не надо ни за чем повторять. Надо есть. Как хочется. Быть самим себя. Правильно? Все мы индивидуальные. Кому-то сытно или нравится есть сексуально. А кому-то как свинья. Ну, ты что? Может, хватит тырить у меня кости? Ну, зараза. Только лак от Максуда уберите, он уже красится. Максудочка. Я в шоке, Сабрина. Замуж, что ли, выйти? А, Сабринка? Мама, мультики включим. Плак и плачь. Шокировать народ. Все, и будет у вас новый папа. Мне и с мамой хорошо. Ей никакого папы не надо. Ни старого, ни этого. Все равно папу надо один, папа есть один. Хоть какой он, Сабринка. Да уж не стесняйся, бери. Ты уже ничем не увидишь, не убедишь, не удивишь, как и я. Яблочков-то больше нету, да? Все сожрали. Нет, Сабрин, я лимон не хочу. Я яблоко хотела зеленое. Его уж мухи обосрали. Блять, не травила мух-то 2 дня. Двери на растопашку не залетели. Они долго еще будут. Ну что, ребята, жду звонка от козы. Вот так вот. Что она мне скажет? Век бы не видала и не слыхала бы никого. Нафиг вообще. Понял? Передавай к своей козе привет. И пускай тебе на уши не вешает ничего. У тебя своя должна башка на плечах быть. Их у тебя может быть целое стадо. Имей в виду. Хватит, я тебе сказала, наглеть. Ладно, чё. Побегу я. Думать надо. Выйду сейчас на свежий воздух, буду думать, что пожрать приготовить. Снова. Сегодня прямой эфир хотела провести. Где-нибудь в Инсте или здесь. Я в Инстаграм давно не вела. Давно. Вообще. В Инстаграме все равно интереснее вести прямые эфиры, чем в ТикТоке. Может, в ТикТоке проведу. Сейчас освобожусь. Посуду вымою. Пойду сначала подумаю, что приготовить. У меня яиц нет, на яйца. За яйцами в магазине идти. Вот. Блин. Гречу я не хочу. Овсянка хочу, но недавно я ее ела. Рыбка позавчера была. Мясо каждый день. Смеюсь, блин, даже больно. Обруч крутишь, сейчас боль болит.
Бока тем более вот эти болят. А то лучше. Синяков пока не видно, они жиром заплыли. Вот. Салатики тоже эти всякие надоели, блин, уже. Одни и те же. Мужчины индийские танцуют. Красиво. Девочки красивые танцуют. У нас солнце, небо чистое, прям голубое. И холодно. Ну, не совсем холодина, но как вчера. Вчера прекрасно было, тепло, так это, ну, солнышко. Сегодня тоже такая же погода, но прохладно все равно. Жары-то уже нету, зима, лето-то кончилось. Понятно. Или, блин, или винегрету. Винегрету сделать. Винегрету, а картошку надо. Я не хочу картошку. Квашеной, этой соленой капусты что-нибудь. С это. Пойду-ка я курицу в духовке пожарю с картошкой. Как? Куда полезла? Если одной лапы разрешили, это не значит, что целиком надо залазить на стол. Слушается. Ладно. Всем удачи, всем добра. Не пропускайте меня. Скоро худеть будем вместе. Ребята. Будьте добрее.